Друзья, всем доброе утро. Я по традиции отправляюсь на скрутки. Такая у нас присада. Не стали еще заносить. Сегодня они будут уже собираться наезжать. Вот. Там, похоже, сидит гусь. Или, может быть, селит. Ладно, ждем. Ждем птицу. Вот самое время. Птица вся пришла. Уточки вот крякают. Гусь мотается. А охота завтра закрывается. Вот если вчера открыли охоту, как в северной части под Москвой, то очень шикарные были бы дни. А так мы захватили последние, можно сказать, два дня охоты. Когда птица только пришла. Эх, красота. Как вам, Макс? Макс, да. Как для вас прошел сезон? Вот так вот. Если бы открытие было бы вчера или сегодня. Колян, как для тебя по-русски говорить? Это, ну, по-русски говорить. Я скажу молодца. О, молодцом, да? А по-бишкекски? Не переведи, выгорит фольклор. Ну, охота состоялась еще. Да? Ну, очень сладко. Конечно. Да и в прошлом. Ждем переноса срока охоты. Блядь, ты что, он заговоренный, что ли? Ну, не вы... Блядь, да нормально. Охренеть. Хуёво, мы по чайкам тренировались. Да. Удачной охоты. Удачной охоты. Что надо сказать? Подписываемся черт. На канал. А, черту. Ставим лайки. Нажимаем колокольчик. Канал к черту. Все. До новых встреч. Пока-пока. Ну вот, друзья. Крайний раз я перехожу по этому мостику. Для меня охота закончилась. В этих угодьях. Но я думаю... Мы с вами рванем еще куда-нибудь. А чтобы не пропустить наши очередные поездки, не забудьте подписаться, поставить лайк, нажать колокольчик. Вам не сложно, а мне будет приятно. Все.
Ну вот они, красавцы. Димон, поверни это матросиком. Вот они. С полем?